тревога с Севастополя в нашу сторону полетели самолеты. То есть спускайтесь в подвалы, мы не знаем, куда летим, но на всякий случай надо спускаться. А, и да, у меня новая свеженькая кофточка, так что у меня праздник. А до этого что еще у тебя есть? А ну дай. У нас высадка десанта в районе Баловна, 4 вертолета высаживается. Объявляю комендантский час, комендантское время до указаний. С улицы все ходим, ожидаем. Что-то ожидаем. У нас идут бои на подступах в Калиновке, там наша арта их развалила мост. И это то, что русские говорят, что они нас, блядь, защищают от кого-то, спасают от кого-то и все остальное. Вот смотрите, как они нас, блядь, спасают. У нас высадка десанта в районе... Спасители, блядь. Ну, там больше не загружено. Ну, я видео сейчас тогда включу. Чернобаевка, 2 февраля, это марта, 22 год. В стороне аэропорта. Или конец воинской части, автопарк, непонятно. Да, не завтракали. Видишь, мы не успели только. Ничего страшного. И до сих пор продолжается. Сейчас вертуха поднялась в воздух. Непонятно, откуда, ничего не видать. Но дыма пиздец сколько. Вот это то, что происходит за эти 7 дней. Это во всех городах. И тут еще про наш город сейчас. Включи, клево на наш город. Еще вот. А нет, сейчас я найду. Вот, это вот оно, поставь. Нет, это тоже видео. Ну, не важно, это не имеет значения. А просто... нет, это именно наш город. Вот смотрите. Вот так выглядит сейчас ночь в Украине. Сегодня сейчас 11:30 ночи. Все выключено, свет выключен, все потушено, все погашено. Сейчас тревогу убрали, мы сейчас поднялись домой. Ну, даст Бог, как говорится. Поспим сегодня до утра. Тишина, даже собаки не лают. Вон кто-то что-то ходит с фонариками, смотрит. Не знаю, что там смотрит. Или мародеры, или терроборона, неизвестно. Ну, сука, страшно. Вот это могу сказать одно. Просто страшно.